льдом закована река в крепкие оковы. И пришел издалека к нам мороз суровый. Почернели до весны ветки дубов, кленов, лишь у ели и сосны цвет зимой зеленый. Наступила зима, впереди нас ждет долгое ожидание весны, но уже совсем скоро череда зимних праздников. Новый год, петарды, салюты, шампанское. В праздничные дни люди менее осторожны. Мы воодушевлены предстоящими праздниками и спешим закончить дела, раздать долги, успеть накупить деликатесов к праздничному столу и, конечно, самое главное, успеть купить подарки любимым. В этой предпраздничной суете мы совершенно не смотрим под ноги, а ведь именно зимой у нас под ногами находится главный источник травм. Гололед. К счастью, у нас в городе есть место, где в случае травмы вам готовы помочь сию же секунду, оказав надлежащий уход и медицинскую помощь. Добро пожаловать в новую медицину. Я вижу, у вас травма. Скорее присаживайтесь. В нашем распоряжении современная медицинская техника, новейший рентген-кабинет, а также для более сложных манипуляций имеется лазер «Доктор Симплер». Ну и, конечно же, лучшие специалисты и медицинские работники города. Фамилия, имя, отчество. А при каких обстоятельствах травма произошла? Шел, поскользнулся, упал и, не знаю, что-то больно очень стало. По всей видимости, здесь будет повреждена наружная лодыжка. Нужно сделать снимочек голеностопного сустава в двух проекциях, и после снимочка будем определять дальнейший план лечения. При обращении пациента травмфонд медицинского центра собирается анамнез травмы. Получена травма на производстве или в быту, проводится осмотр пациента, назначается рентгенография. По полученным показаниям определяется дальнейший план лечения. Это может быть одномоментное вправление перелома, вывиха с гипсовой иммобилизацией. При более сложных травмах пациент отправляется в стационар. В новой медицине мы предлагаем отличную альтернативу простому гипсу. Это синтетический полимерный бинт, или как его еще называют, пластиковый гипс, который имеет ряд преимуществ перед обычным гипсом. Он не боится воды, и вы можете спокойно принимать душ. Легкий вес и меньший объем пластикового гипса позволяет при переломах в области стопы носить обычную обувь. Также в нашем медицинском центре имеется новейший лазер «Доктор Симплер». С помощью него производится удаление доброкачественных новообразований, сосудистых звездочек, эндовазальная лазерная склеротерапия и другие манипуляции. За помощью вы всегда можете обратиться в наш медицинский центр на Ленина 44 или записаться на прием по телефону. А также вы можете вызвать врача на дом. Звоните нам, и мы вам обязательно поможем. Как я и предполагал, перелом наружной лодыжки без смещения. Спасибо, пожалуйста. Так, ждем полчаса, пока гипс застынет, потом нужно приобрести костыли, передвигаться с опорой на здоровую ногу. Хорошо, спасибо. Рентген-контроль через 10 дней. Теперь вы знаете, что в нашем медицинском центре вам всегда окажут первую медицинскую помощь. Сейчас в нашей аптеке мы подберем вам костыли, и я вызову для вас такси. Большое спасибо. Скорее выздоравливайте.